За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. Вот это я, как должна школа проходить? Смотрите, рыбешка самая обыкновенная. Как ее Дарвин научил делать нерестилище? Смотрите, не просто взяли, отметали икру. Вот эта рыбка много недель пахала, как черт. Она делала любовное ложе для своей подруги. Смотрите, вот, вот это в школе проходить надо, а не вот эти дебильные, помните, только из там 202 этих показал страницы, никто еще не вспомнит. И вот она сделала вот это произведение искусства. Видите? Вот эта рыбка. Смотрите. Вы верите, что это по Дарвину, да? Кто первый внушил это? Как она могла? Ее предки, они появились там опять те периоды, которые язык не поворачивается, вы говорите. То, ну, недавно, скажем. И вот смотрите, внимание. Вы верите, что это любовь? Вот посмотрите просто. А вы знаете, как детям это надо преподносить? А? Я говорю, тем, кто создаст следующую эту биологию. И там не будет это самое, нужна вода или не нужна вода для проращивания семян. Вспомните, Елена Александровна, мы с вами смеялись над этими вопросами. Вспомнили? Вот она любовь. Вот ради этого вот это и пахало. А вы говорите это. Вот это не все. А вот эта зверюга, да? Вот. Может быть, по Дарвину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, наверное, вот тут восьмой где-то. Глаз должен быть. Вот тут, да, восемь глаз. Это страшно, аж восемь. Это чтобы ее не съели. И колючками покрыто. Ну, я же вижу, раз они гнутся, значит, они мягкие. Это страшно, чтобы ее, не дай бог, кто-нибудь сожрал. Вот. И вот когда дети будут это изучать. А вы знаете, что да, будет детям дальше рассказывать? Посмотрите внимательно. Вот это, пусть это случайно. Вы скажете, ну, а мне кажется, вот хотелось бы, я в душе поэт, помните, стихи он читал, чужие, но красивые. Вот. Вы видите, что это делается. А представляете, учебник из таких должен состоять фотографии, ребята, и министры, господа министры. Почему? Посмотрите внимательно. Вот как вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Видите, это любовь. Вот. А потом дети, глядя на это, должны сказать. Вы знаете, да, вырубается огромное количество леса. Многого, зря. Мы могли бы жить скромнее. У нас все из леса, из леса, из леса. Да? Вы знаете, это как бы должно быть, так сказать, ну, само собой, учебник, но должен быть не для детей. Они не должны его даже открывать. Вот. Сейчас уже время другое, сейчас экран. А представляете, учительница сама подготовилась, и на экране, вот как мы с вами, показывает вот такую фотографию, говорит, представляете, какая любовь. А теперь попробуйте, это береза, и, ну, по коре на сосну похоже, но могу ошибиться. А рядом что растут? Сосны. Да, это сосна. Вот, береза и сосна. Представляете, у них какая-то взаимная любовь может быть на уровне биополя. Ведь мы же еще ничего про биополе не знаем. Мы только внешнее проявление биополя, но это впереди будет совсем другая наука. Дети должны только маленькие основы знать. Но я уже вам все это рассказал, но я не могу рассказывать это министрам, потому что я никогда их не закончу. Правильно? Ну давайте пока так. Каждый ребенок должен от учительницы услышать, что вот это примерно 50 лет. А березки, допустим, 30. Если их срубить, на их месте вырастет дерево, потому что будет небольшой клочок чистого неба над ними. И обязательно вырастет это взамен. Вот видите, там на дальнем плане вот уже подросток. Ему пока это. Но пройдет 50-70 лет. 50-70 лет эти два дерева или одно, они не будут давать этого кислорода. Понимаете? Не будут. Вот. Они не будут служить насосами. Вот это дети знать должны. Еще раз, я хочу, чтобы вы, друзья, включая министров, которые никогда этого не увидят, я с горечью говорю, я хотел, чтобы это было красиво, чтобы понятно было. Вот. Я еще к Богу вернусь потом ниже.
Вот. Вот это вот. А где оно делось-то? Вот этот ужас, который... Ага, вот он. Вот. Вместо этого, еще раз, это каждый сейчас должен содрогнуться, потому что, может быть, кто-то позвал ребенка к экрану. Может быть, вы потом это перескажете уже своим детям. Пусть нас пока 500-600. Вот. Ну ладно, смотрите дальше, я к чему клоню. Неужели я ерунду говорю? Мне иногда кажется, что кто-то меня сейчас одернет. И вот получается, что они же еще служат, и это дети тоже должны знать. Каждый листик – это насос. Нет, не так. Это, ну, это же я не могу, я замминистра и министра, они 100% должны знать. Что листы – это значит, это самое, солнечная батарея. Но почти все забыли или не знали, или это не проходит. Что лист – это испарительная поверхность, а эти корни и само дерево служат насосом для перекачки. Лишнее, ну лишнее это, так сказать, побывательское слово. Просто для перекачки влаги в атмосферу. Потому что круговорот в природе, я таблицу вам показывал, а там была, помните, поверхность моря, поверхность озера, стрелки, небо, облако. И опять падает этот самый живительный дождь. Забыли включить в это самое деревья. А у нас тысячи, тысячи лесорубов, миллионы кубометров. А потом раз, и город плывет. Города нет, десятки трупов. Вспоминаем. А это одна крайность. А еще другая крайность. Меняется климат на всей природе. Сегодня выпал снег. Да какой снег? Полностью парализовало, как пишут. Ой, как по телевизору показывали. Дороги перезавало. Это, куча аварий. Значит, перекрыты дороги. Крым и Кубань. Это там, где я собирался с вами говорить. Привет. Сочинцы, с вами о садоводстве. Зима обрушилась. Да какая зима? Пройти нельзя, ходить невозможно. Не то, что ездить на машинах. Вот оно. А начинается с того, что дети не знают, а потом они вырастут и уже в лесорубы, может, хотя бы не пойдут. Спилил дерево. Все. Одно. Но их пилят-то миллионами. Видите, о чем должно быть в школе? Вот, это Сергей Сергеевич, это не шутки. Елена Сергеевна, это не шутки. Это касается вас обоих. Вот. А вот эта Тимирязевка. Извините, друзья, раза 4 показал. Но остановиться, они же никуда не девают это. Вы что думаете, после своих вебинаров они стыда посыпали голову пеплом и быстренько убрали это? Они Бога не боятся. Они знают, что Бога нет. Потому что если Бог есть, тогда дерево совершенное. Бог... Я подчеркиваю, я верующий. Друзья, Бог не мог создать дерево неполноценным, которое плохо растет, плохо развивается, плохо плодоносит, мало живет только потому, что у него ветки лишние. А они Тимирязевку знают. И потом, когда Тимирязевку начали закрывать, когда все вплоть до уборщиц, до этих самых, до сторожей, а это же рабочие места, вышли с плакатами уборщица, руки прочь от науки. Стоят уборщицы. Вот. Начиная там от этого. Ну, сменили ректора, ну, сменили. Ну. И что, убрали вот это вот похабень? Я уже другого слова не могу понять. Вот это вот. Просто такое слово вырвалось. А потом мы говорим, это деревья болеют, 40 обработок я за химикатами. Видите? А если в школе с этого начать, а, друзья мои, а чем еще дети должны заниматься? Вот это я еще раз извиняюсь за повторный показ. Позируют, втроем одно садит это. Их сразу выбрасывать надо. Ну, хотя бы спасти можно сильнейшую обрезку вот тут. Но не вот этот горшочек. Чуть не сказал ночной. Нет, он с дырками. Так вот. А хотя бы, ну, самое малое, это раз... Так, 10-20. Ну, то есть вот. Вот тут еще можно, как, тем более никому никогда не придет в голову, что вот тут наоборот, тут нельзя даже подходить секатором с пилой, а здесь наоборот, надо еще сильнейшее обрезка делать. Пересадка, это свет.